Территориальное общественное самоуправление сегодня считается одним из самых эффективных способов решения проблем своего дома. Неравнодушные граждане объединяются в группы, чтобы совместно поддерживать порядок улицы, двора и города. Для более продуктивной работы и обмена опытом была создана ассоциация ТОСов Ульяновской области. Еще 5 лет назад в городе не было ни одного ТОСа. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. На территории Ульяновска зарегистрированы уставы 66 самоорганизаций граждан. Хуже обстоят дела в районах. Общее количество управлений не превышает и 5%. Для того, чтобы люди с регионов могли получить какую-то информацию, как лучше действовать жителями, о чем рассказать, для чего вообще ТОС создается, какие пути, шаги необходимы для этого сделать. Вот как раз ассоциация ТОС и была создана. Новая организация призвана защищать интересы всех территориальных самоуправлений региона, координировать их действия и помогать инициативным жителям области создавать свои самостоятельные общества. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».